Ну вот и приехали. Здорово, дикий лепрекон. Чё это я дикий? А чё, нет что ли? Чё, у тебя выигрывают даже? Конечно выигрывают. Последний раз выживший 2000 крышек потратил, всё забрал. Нифига себе, 2000 крышек. Ну допустим, мужчина. А чё, какие гарантии? Гарантий никаких. Но много можно за 2000 крышек-то получить? Очень, очень много. Ну ладно, давай посмотрим, сколько стоят твои призы. 15 оружейных ящиков и 65 знаков отличия. А сколько надо потратить крышек, чтобы забрать все-таки эту дичь? Давай узнаем. А также последние новости. Погнали! Погнали! Ну давай, давай, мужчина, о, хорошо, ой, хорошо, хорошо, пошла жара, ну посмотрим, посмотрим. В общем, грубо говоря, у меня было 10600. Друзья, всем огромный привет, с вами Харди, и мы продолжаем, и это последний день на земле. Привет, выжившие! Напоминаем, что сезон заканчивается уже совсем скоро. В ночь с среды на четверг. Самое время до финального рывка. Желаем вам хорошей недели и удачного фарма. Добавить нечего, но это все как бы из новостей. Если ты не видел прошлое видео, обязательно посмотри. Очень интригующая информация. Ну а сейчас давай узнаем все-таки, сколько стоит удача лепреконна. Сколько? Вот это безобразие. У меня было 10600. Поехали. Поехали. 17 клевера. Опа, еще 13. Я буду показывать тебе лишь клевер, да, потому что вот эти все крутки, это вообще дичь. Плюс 4. Плюс 17. Ну и, конечно, бинго. Конечно, бинго. Бинго тоже. Бинго, да, это интересно было. Вначале у нас... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что, серьезно? Да ладно, ребят. Ой, вообще ни одной головы не выбил на ВСС, надо же. Бинго! Ну или джекпот. Без разницы. Так. Так. Диагональ. Оп. Хорошо. Слушай, если все-таки... Да, ну кто-то говорит, что это все фигня. Но мне приятнее думать, что все-таки есть какая-то система. Третий бинго. Слушай, ну что, мы подбираемся к 600. Да ладно. Пацаны, 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 пацаны. Вот так. О, хорошо, да? Да, я стараюсь линию найти обычно. Подбираемся к 600, да? Когда будет 9600, потратили ровно 1000. Я думаю, вот на этом замере можно остановиться и умножить, да? Сколько за 1000 берешь, умножай. Х5, допустим, Х2, да? Мужчина нам сказал, за 2000 крышек якобы что-то можно выбить. Ну, давай узнаем. Эх, штанцы. А еще бы третий скар мне бы... Да, я бы не отказался. И мы подбираемся к 600. Давай авто отключим. Спин. Так. Ну так, конечно, медленно, кто спорит. И еще один с клевера. Ну давайте, ребята, выжимай на полную, ё-моё-моё. Готово, 9600. Я перед этим чуть-чуть играл, в общем, да, у меня было 10600, грубо говоря. Давай узнаем, 1000 крышек минусом. Да уж. Ну плюс-минус. Ну пускай будет косарь клевера, пускай будет косарь.
Ну то есть, делайте выводы, господа. Ё-моё, ну пусть 1000 клевера. Ну то есть, по любасу, 5-6 тысяч, да? Ну, как я понимаю, 10 тысяч. 10 тысяч надо потратить на это. Мужчина. Ну чё тебе опять? Ну... Ну чё, повезло? Ну как бы... Ну вот повезло же. Ты же что-то выиграл. Ну я выиграл, ну как бы я 1000 крышек потратил, мужик. Так у тебя еще 1000. Да ладно, чё, серьезно? Ну я тебе говорю. Ага. И заберу главный приз? Конечно, конечно. Короче, все с тобой ясно, мужчина. Я не знаю, ты хочешь, блин, хочешь, пыхти. Ну, грубо говоря, тебе потребуется от 8 до 10 тысяч крышек. Ну, реально. 8-10 тысяч крышек. Ребят, оставляйте свои комментарии. Кто-нибудь вот это говнище крутил до финала? Потому что я умываю руки. 1000 крышек потратил, 600 лепрекон очков. А надо 5500. Ну, 9 косарей я потрачу. Ну, пускай 8. 8 тысяч крышек, да ну нафиг, я просто засну, пока они все будут вращаться. С вами был Харди, если понравился ролик, конечно же, оцени лайком. Еще не подписался, подписывайся на канал на Ютубе, в ВК, Яндекс.Дзен, Рутуб. Печка ТВ есть везде, приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадке Трова и, конечно же, на Ютубе. Ну и удачи тебе с этим диким лепреконом. Ждем сезон 24 и, может быть, большую новую землю.